Мистер Торренс, вы тут капитан? Чем могу помочь? Перевезите беглеца. Он опасен? Что он сделал? Убил когда-то человека. Я не хочу пугать пассажиров. У вас нет выбора, капитан. Заканчивайте с посадкой и полетели. Маршрут пролегает как раз над штормом. Пусть все остаются на местах, без исключений. Пожалуйста, пристегните ремни безопасности и затяните их! Внимание! СОС! СОС! Это борт 119! Мы падаем! Нам кто-нибудь ответит, черт возьми! Мы падаем! Падаем! Они приземлились где-то на острове Хола. Там одни сепаратисты и повстанцы. Филиппинская армия туда даже не суется. Время идет, на счету каждая минута. А минута — это жизнь, потерянная или спасенная. Мы здесь! Стойте! Мы не знаем, кто они! Мы не знаем, кто это! Слушайте внимательно. Срочное сообщение. Я капитан Броди Торренс. Он мне нравится. Имя! Страна! Максвелл Карвер, Англия. Имя! Страна! Я их одних не оставлю. Это мои пассажиры, и я за них отвечаю. Мне нужна помощь. Тебе нужно это. Ты бывший военный? Вроде того. За что тебя посадили? Всем было наплевать. Но иногда спасение приходит в самый неожиданный момент. Если решишься, больше не увидишь родных. А как быть с их родными? У меня есть дочь. Я точно хочу вернуться домой. Они нас точно сидеть не станут. Мы выберемся с острова.